Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
гребцы и механик-водитель сержант Цай Хаян. Итак, пожелаем удачи второму экипажу команды Китайской Народной Республики. Отправляется на трассу. Thank you.
Решение номер 25, решение номер 11. Красный на экране. Команда Киргизской Республики. Давайте два получения номер 9. Первый команд на Наталье. Три решения, да, 4-5-6-6. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
All right.
Thank you.
орудие противника дали 950 метров. Thank you.
Thank you.
Азербайджанской республики на скоростном участке. Пока 63 км в час скорость. Максимальная была зафиксирована 68 и 65, 66, 45. Набираем скорость, пока не поедем. Все узнаем от алта. На скоростном участке, наверное, в час ехать. Thank you.
празднуем день рождения Сергея Артема, друзья мои, здесь на площадке. Видите, на площадке танкового биатлона пожелать здоровья и моего семьи, конечно же, победы. Еще раз победы танкового биатлона. Команду российской федерации. Сергей Артема, день рождения нашего тренера. Thank you.
Боль поворот, свечника, коса, горки, скалы, чудики, шагорки. Только данные, отбиваете два из них, на шагор, дали подходы, да. Все как перебивают, первый косогор, и как хотите, команде, да, она, ну, проблем нет здесь, хорошо. Выходит с косогора, и сейчас будет искать. Судья и тренер команды Ирана внимательно наблюдают за порядком прохождения трассы эстафеты своим экипажем. Это последний круг команды Ирана. И в целом завершает свое выступление в танковом биатлоне 2018 года команда Исламской Республики Иран, друзья. Ну что ж, подходит к участку французских экипажов. Сегодня в этом в первом заезде, полуфинальном заезде, все экипажи отработали и завершают работу с автомобилем. Безусловно, 4 сильнейших экипажа будут известны уже по завершению всех трех заездов. Узнаем мы о них, я думаю, уже к вечеру 9 августа, после завершения заезда Северной Беларуси, Индии и Казахстана. А также состоится жеребьевка, и будет определено, на каком танке, какого цвета, точнее, будет принимать участие финалисты 11 августа. Да, я нарушил боеприпасы. Команда Исламской Республики Иран загружает боеприпасы в системе пулемет «Форд», установленный на танке Т-72П3. И перемещение появится уже через несколько мгновений. Мишень на 25 дальних 900 метров. Мишень 11 противотанковое орудие. На дальности 950 метров. После доклада о готовности только здесь площадка перетопнула команда совершенно команде для поднятия утверждений, которые так необходимо поразить команде. Это так понимает сейчас его арбитр. Есть готова команда, и внимание, решение номер 25 принимается решение 26 метров, соблюдена матч или члены, решение, друзья, агитирует она. Исполняющий воздушную цель, вертолет залез в данном случае рядом с ней также находится и получается протанка орудия. А ваши боеприпасы выдаются на боевую стрельбу. Итак, все готово для ведения мест. Это главное, что на британке. Thank you.
так, глубокий поворот перед Брудом сейчас. Синий там играл. И осталось 4 петля. Сейчас Брудом и последний голосовой хороший выбран. Как выделивается, механик почти все засторонничается, вставляет скорость, либо... Ну да, достаточно быстро, прыжок в воду и выбирается на противоположный берег сейчас. Так, зеленого цвета. На самом деле, республика Иран. Все знакомый экипаж, третий экипаж команды Ирана. Это командир, лейтенант Марина Сад Мохаммед, научный лейтенант старшина Хаджи Джабур. Оба впереди команды Ирана. 12 целей и 24 поразили. Азербайджан 13, 24. А команда китайская республика 18 целей, 24 было поражено. Ну а команда Киргизии от всех поразилась, к сожалению, была дисквалифицирована, вызвалась замена танка, потом еще раз. Мы поставим на